Творческая самореализация и монетизация результатов. В Волотавском районе Алматы заработал специальный креативный хаб. Состоит он из нескольких зон. Его открытие приурочено ко Дню независимости. На базе новой площадки креативному бизнесу будет помогать, будут помогать с продвижением их продукции. В центре есть модернизированная библиотека, коворкинг пространство, 25 бесплатных творческих кружков для детей. На втором этаже здания создается IT-лаборатория, пространство для стартапов и IT-инкубатор, мост, а также школы программирования робототехники. Ожидается, что в скором будущем подобные центры появятся и в других районах города отмечу, в креативную экономику входят сферы информационного обслуживания, издательства, рекламы, производства кинофильмов, научных разработок, архитектуры, дизайна и других видов творческой деятельности.